Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. С вами, как обычно, Виктор, и я продолжаю играть в Готику 3. В предыдущем эпизоде я остановился на том, что прибыл в этот замечательный город Иштар и начал заниматься здесь выполнением различных заданий. Как видите, я выполнил здесь уже приличное количество заданий и повысил свою репутацию в этом городе до 40 единиц. А в этом эпизоде я продолжу выполнение заданий и буду дальше повышать нашу репутацию. Ну и начну, пожалуй, с того, что потрачу немножко своих очков обучения, которых у меня просто завались, для того, чтобы немножко повысить свою жизненную энергию. Я буду повышать ее аж на 120 единиц, до 600. Ну, все равно эти очки обучения, они у меня копятся, ну зачем мне их копить? Давайте потратим, они хотя бы мне хоть какую-то пользу будут приносить. В итоге у меня, как видите, осталось практически еще 50 очков обучения. Даруй мне выносливость. Нет, выносливость я прокачивать не собираюсь. Вот этих вот 50 очков обучения, мне их, в принципе, хватит на все различные нужды, ну, чтобы там что-то изучить или, может быть, еще на какие-то другие нужды. Ну, в общем, это будет более чем достаточно. А сейчас я давайте быстренько сбегаю и прочитаю еще один аналой, который я, кстати говоря, не прочитал в предыдущем эпизоде. Давайте тогда его сделаем сейчас, и дальше будем уже выполнять что какие-нибудь квестики. Посмотрим. Итак, вроде бы вот этот вот аналой я здесь не прочитал. В Нордморе жили варвары. Рабар был одним из них. Он скитался по стране вечных льдов без огня и без оружия, а зверь шел за ним. Ну что ж, мы повышаем наши древние знания на 5 единиц, до 178. Прекрасно. Дополнительное халявное древнее знание что нам, как вы понимаете, естественно, не помешает. Ну и сейчас мы давайте отправимся выполнять квест колодцу города. Нам нужно будет выйти из города, немножко пройти. Там у нас неподалеку находится колодца. Там мне нужно будет встретиться с человеком по имени Кафа. И расспросить, может быть, у него есть какие-то поручения для меня. Вот, в принципе, вся суть данного задания. Если есть поручения, мы их постараемся выполнить. Эй, ты ничего не забыл? Какой? Ты же принимаешь участие в испытании. Только не думай, что я не стану тебя проверять, лишь потому что я стою не в городе. И что же это будет? Твой конкурент Заркас уже давно гуляет там, охотится на львов или на кого-то еще. Он отобрал у меня очень древний кубок. Отобрал? Во время борьбы на арене, но он выиграл обманным путем. Итак, верни мне кубок и при случае убей Заркаса. Где мне найти Заркаса? Он разбил свой лагерь немного дальше, на севере. От родников просто иди прямо. Но не иди по дороге. Лучше держись поближе к горному склону. И будь осторожен. Там водятся львы. У тебя есть еще что-нибудь? Ты должен быть осторожен. Там на улице сидят несколько неприятных молодчиков. По-моему, они поджидают тебя. Они-то откуда взялись? Да, я думаю, в городе у тебя появились враги. Судя по всему, их подослал какой-то из моих конкурентов, которые тоже участвуют в испытании. Ну, их у меня всего лишь два. Это вот тот самый Заркас, который, кстати говоря, уже охотится на львов, и мне нужно будет его опередить, а также разобраться с ним, так как он украл кубок. Ну, и второй это маг, вроде как его зовут Сугут. Ну, если сказал неправильно, извиняйте, я точно не знаю, как его зовут, потому что персонажей в Готике 3 очень много, и запомнить каждого практически невозможно. Так, ну и с кем мы тут сможем поговорить? Джакомо. Добро пожаловать к колодцам Иштара. Меня зовут Джакомо. Если хочешь купить воды, то я тот, кто тебе нужен. Я ищу Кафу. Он наверху, у другого колодца. Покажи мне свой товар. Так, ну что ты мне предложишь? Ну, вроде тут ничего интересного такого нету. А, за исключением вот этих вот молотков. Слушайте, ребят, вот эти вот молотки, это просто нереально ценная вещь для меня. Кстати говоря, я когда продавал весь свой хлам, я немножко тупанул, и так получилось, что я продал все свои молотки.
и пилы. Ну ничего, я вернусь обязательно и их выкуплю там, ну, где-то за 300 монет. Они не так дорого стоят, потому что ведь у меня есть два квеста. Пил, я так почитал, мне уже хватает для того, чтобы выполнить квест из Венграда. Да-да. Так, а вот молотков, там нужно 10 штук нам. И там мне вроде 3 не хватает, да? Ну вот я сейчас выкупил 2, получается, мне не хватает всего лишь-то 1, да? Ну вот, мне нужно вот постараться этот молоток в ближайшее время как-нибудь найти, оставшийся последний, для того, чтобы наконец-таки завершить эти 2 задания, а то они у меня висят еще с самого начала игры, я все никак их не могу выполнить. Так, Кафа должен находиться где-то наверху, судя по всему, вот здесь вот у этого колодца. А, тут даже не один колодец. Ну, у этих колодцев. Макас прислал меня, чтобы помочь тебе. Макас? Да он давно уже. Погоди-ка, что это? Шакалы, вперед, покончим с ними. Так, нападение шакалов? Хорошо, давайте тогда разберемся сейчас с этими шакалами, которые решили напасть на нас. Так, ну шакалов я здесь вроде не наблюдаю большое количество, но тем не менее, сколько есть, с теми мы разберемся. Шакалов я не очень люблю, да и вообще не люблю всех из породы паучих, потому что они любят проводить свои серии атак, но вроде как пока что у нас отлично получается их убивать, слушайте. Мне даже это нравится. А вот, началось. Так, ну вроде первых 4 мы перебили, да? Так, или 3 тут были, я вроде шкуру только с 3 собрал, 1, 2. 3. Что-то я больше здесь никого не вижу. Ну ладно. Так, и еще у нас... Так, а где Кафу? Ой, вы только посмотрите, что этот шакал утворяет. А вы только посмотрите, куда он бедного Кафу загнал, а? Давайте поможем ему. Что за мерзкая тварь? Умный выбор. Эти проклятые грязные твари. Иногда они нападают 2. Проклятье. Они у других колодцев. Тогда вперед. Разберемся с этими проклятыми шакалами. Так, ну пока я тут что-то никого не вижу. И где они? Вроде тут все. А, нет, тут не все спокойно. Вон они. Так, а тут их, как я вижу, побольше. Ну ладно, давайте. Давайте сначала спасем вот этого вот ассасина, а то на него, смотрю, напала целая куча шакалов. А потом будем пытаться спасать рабов, потому что они более уязвимы и могут помереть. А мы же этого не хотим допустить. Так что, давайте. Быстренько. Ну, блин, убери-то уже, а. Все, замечательно. Так. Давайте убьем вот этого вот шакала. Так, отлично. Теперь давайте завалим вот этого вот. Так, замечательно. Двигаемся дальше. Сколько там еще осталось шакалов? Так, ну я вижу 1, 2. Так, ну этого почти уже убили без меня. Так, ну это, я так понимаю, последний, да? Никто о тебе и не вспомнит. Все, замечательно. Так, Кафа, ты куда побежал? Мы вроде как перебили всех шакалов. Так, эти ублюдки вздумали нас дурачить. Но мы им здорово показали. Итак, на чем мы остановились? Меня прислал Макас. Правильно. Тогда убей вожака стаи этих грязных шакалов. Где обитают шакалы? Они спускаются с холма. Там наверху есть пещера. Так, он сказал, убей вожака. Но почему-то в задании написано убить 3 вожаков. И на самом деле нам придется действительно убивать именно 3 вожаков. Это означает, что нам нужно будет сейчас перебить еще 3 стаи шакалов. А это в одиночку, ну, знаете, не очень-то и просто. Учитывая то, что это шакалы, это не какие-нибудь там, допустим, львы или мракорисы, это шакалы, это... Будем считать волки. Их мы фиг убьем. Итак, первый отряд этих шакалов мы гарантированно найдем вот в этой вот пещерке.
Остальные два бродят где-то здесь, рядом с этой пещерой. Давайте завалим сначала остальные два отряда, а потом направимся в пещеру и перебьем там всех остальных. Так, рекомендую здесь прогуляться куда-нибудь, допустим, вот туда вот, вниз, к морю сбегать. Они обязательно где-нибудь тут должны быть. Так, давайте достанем лук, так даже будет проще нам искать эти отряды шакалов. Они постоянно здесь бегают туда-сюда, так что у вас могут возникнуть небольшие проблемки с поисками их. Ну, не думаю, что они возникнут у нас. По крайней мере, надеюсь, что я найду их достаточно быстро. Так, шакалы. Тут я вижу только обычных шакалов. В принципе, я не буду их бить, потому что нам нужен именно отряд, который возглавляет специальный вожак стаи. Он такой вот серенький. Вон он, вожак стаи. Он, видите, такой серенький, больше похож на обычного волка. Вот такие отряды нам нужно как раз таки перебить. Так, давайте их подстрелим как-нибудь издалека, с лука. А потом уже будем пробовать, наверное, в ближнем бою все-таки убивать. Как-нибудь, вот смотрите, будем пробовать действовать так вот. Они к нам подбегают, мы заранее кастуем верхушку и пытаемся их атаковать. Потом дальше они нас кусают раз 10, потому что по-другому они не могут. Отбегаем. И повторяем то же самое второй раз. Иначе есть второй способ их перебить. Это поступить немножко по другой тактике. Для этого убегаем, стреляем. Причем выстрелить мы, скорее всего, успеем 1-2 раза, не больше. Потому что они бегают очень быстро и, скорее всего, нас догонят. Вот, ну. И потом снова опять-таки убегаем. Я думаю, воспользуемся вот таким вот способом лучше. Потому что так, когда мы... проворачиваем вертушку. Черт возьми, да успокойтесь вы. Так как-то мы проворачиваем вот эту вот самую вертушку, мы попадаем сразу по нескольким шакалам, и получается, что это более быстрый способ их убийства. Как видите, они очень сильные, они очень надоедливые, и если бы я не прокачал здоровье, мне бы тут было с ними куда более сложно охотиться на них. Но в принципе... я бы их все равно знаю, что убил, но... так бы было немножко посложнее это сделать. Стоп, там еще один отряд шакалов, я не могу упустить их. Если они сейчас от меня убегут, то будет очень плохо. Поэтому я предлагаю сейчас поступить таким способом. Мы сейчас усложним себе задачу, но мы сманим еще одного вожака стаи на себя. Ну а, соответственно, сманим еще один отряд. А вообще, в принципе, можно перебить только вожаков. Остальных шакалов не трогать. В принципе, тоже такой действенный способ. Но вы попробуйте этих вожаков-то выманить как-то из стаи и убить. Это практически невозможно. Так. Сейчас нам удалось зацепить где-то аж 4 шакалов. Уже неплохо. Уже неплохо. Ну ладно, мы продолжаем тогда с ними сражаться. Это будет очень долгий и очень мучительный бой. К сожалению... это шакалы, с ними по-другому никак. Черт возьми, а, я думал, что его убью. Не получилось. Так, давайте, и раз. И нифига, ладно, попытка номер 2. Чертов шакала, ненавижу вас. Так, давайте, отбежим. Так, давайте, и раз. Ты, ё-моё, ну вы дайте мне хоть раз вас ударить. Вот кто действительно борется за свою жизнь. Так это вот эти вот шакалы, действительно. Никакой мракорис вас не будет так сильно атаковать, нежели шакалы. Блин, ну это просто что-то с чем-то. Баланс, честно говоря, не наблюдается. Если сравнивать, допустим, мракориса и шакала... нет, один шакал-то, в принципе, достаточно простой. Вот, допустим, сравнивать двух мракорисов и двух шакалов, естественно, сложнее будут два шакала. Ну, я так думаю... ну вы только посмотрите, что они вытворяют. А когда их здесь 10, это вообще просто ад какой-то. Так, отлично, мы убили первого вожака. Замечательно. Продолжаем тогда сейчас их валить. В принципе, их становится уже все меньше. Вроде тут осталось всего 6 или 7. К сожалению, я не могу их нормальность тут сосчитать, когда тут происходят такие активные действия. Ну, 6 похоже, или все-таки 7, не знаю. Ну, блин, вы дайте мне хоть одну атаку сделать. Ну, видите, ничего не выходит, это бесполезно. Нужно обязательно убегать, потом готовиться
и вот так вот пытаться их атаковать. К сожалению, сейчас что-то все криво немножко получилось. И самое главное, не стойте у стен. Они вас просто зажмут и убьют. Это что такое? Это что сейчас было? Я понять не могу. Я как-то застрял на голове шакала, и они меня чуть не убили. Это жесть какая-то, это просто жесть. Я-то думал, что все, я в игре уже так... Я не знаю, буду спокойно играть без особых проблем, но... Эти шакалы говорят немножко об обратном. Так, а что эти тут остались? Так, мне вожака надо добить, а то он сбежит, слушайте, и все. Все наше задание подпортит. Мы будем потом его еще полчаса бегать искать. Так, а где остальные? Что-то понять не могу. А, вот они. Их тут всего трое осталось. Ну ладно, давайте разберемся с ним. По-моему, их тут было больше, но остальные куда-то сбежали. Хе. То ли испугались, то ли нет, хотя... Смотря на этих шакалов, они чувствуют, ничего не испугаются. Блин, опять эта ситуация возникла. Да успокойся ты, дай мне убить тебя и все. Ты же и так знаешь, что я не отступлю. Я вас рано или поздно перебью. Но вот, как быстро я это сделаю, это, конечно, все зависит только от вас. Так, ну все, давайте. Соберем здесь немного шкурок. В принципе, я не буду собирать трофеи со всех шакалов, выискивать, где я тут их поодиночке убивал. В принципе, шкуры вообще ничего не стоят. Во-первых, они не очень хорошие. Во-вторых, они очень сильно воняют. Ну, по крайней мере, мы такое слышали от торговцев. Ну, а зубы терять, ну... Думаю, что мы не сильно обеднеем, если немножко зубов не соберем с этих шакалов. В принципе, думаю, что это не так много. Так, ну ладно, давайте теперь наведаемся в пещеру. И сейчас нам нужно будет сразиться с третьим, последним отрядом шакалов. О, мои мучения еще не подошли к концу. Еще третий отряд. Если я с первыми двумя так намучился, я не представляю, что меня ждет с третьим отрядом. Но в принципе, вроде тут все то же самое. Самое главное, их выманить из пещеры, потому что если мы начнем бой в закрытой пещере, они меня тут наверняка где-нибудь прижмут у стенки и спокойненько убьют. Мы этого допустить, конечно же, не можем. Так. Давайте, ну, попади же ты. О, кого-то попали. Давайте, может, сейчас одного расстреляем вот так вот. По пути. Блин, косой я, косой. Надо же было так промазать, а. Так, интересно, сколько их тут. Давайте подобьем вожака. Да блин, а. Ай, ой. Так, пока он один, давайте снимем ему здоровье. Фиг. Фиг, я ничего не успел. Тут же на помощь ему подоспели остальные его товарищи. Так, ого. Аж три удара вертушка подряд. Слушайте, это, пожалуй, рекорд. Столько я еще никогда не проворачивал. Так. Давайте, двух шакалов мы здесь уже практически убили, это точно. Так, минус два. Минус три. Один в заморозке. Ну, все, минус четыре. Давайте, убьем этого вожака. Так, вышел из заморозки этот. И этого давайте завалим. Все, прекрасно, наконец-то. Что ж, мы повышаем нашу репутацию еще на 10 единиц. Теперь у нас репутация здесь в Иштаре, как видите, 55 единиц. Что ж, неплохо, давайте соберем все вот эти вот шкурки с этих шакалов. Наконец-таки мы с ними справились. Это было жестко. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Ой. Так, ну теперь давайте немножко отдохнем. И походим по вот этой вот пещерке. Может быть, мы что-нибудь здесь интересненькое для себя соберем, а? Так, грибочки. Травы. Грибочки. Магический корень. Ну, вроде тут ничего интересного такого нету. По крайней мере, пока что я не вижу ничего интересного для меня. Так, ну давайте углубимся в саму пещеру. Так, а вот сундучок — это уже куда более интересные вещички. Давайте сейчас я тогда вот эти вот грибы соберу. Так, и посмотрим, что у нас находится. О, вот это у нас кованый сундук. Что у нас тут? Великий меч. Урон от клинка 110. Требует силы 120. Шикарное оружие, очень шикарное, потому что, смотрите, это оружие я уже наконец-таки могу экипировать.
Сейчас мой урон от полуторного меча составляет 110 единиц. Однако, если этот великий меч я заточу, то он будет наносить 120 урона, что на 10 единиц больше, чем полуторный меч. По-моему, это весьма-весьма неплохо, и я обязательно воспользуюсь им. Надеюсь, в Иштаре есть точильный камень? Да наверняка. Такого просто не может быть, что его там нету. Поэтому сейчас обязательно, как я вернусь в город, я обязательно заточу свое оружие. И посмотрим, сколько она будет интересного урона наносить. Ну так я, в принципе, это не сравню, но... Факт остается фактом, что наносить-то на урон все-таки будет больше. И это хорошо. Так, ну что у нас тут? Жуки остались. В принципе, я мог бы это все пропустить и не трогать их. Ну, ладно, давайте тогда уж убьем. Так, все, прекрасно. Так, все, да? А. Ну все, вроде бы все собрали. Давайте факел тогда уберем и будем выбираться из этой пещеры. Так, ну сейчас давайте сбегаем назад к Кафе и доложим ему о том, что мы изрядно здесь умотались, но все-таки расправились с этими шакалами. Да, это было еще раз сложно, скажу, но тем не менее мы это сделали. И это меня очень и очень радует. Дальше, думаю, нас ждет более такие простенькие задания. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Что нам больше не подсунут какого-нибудь вот такого вот кота в мешке. Так, Кафа, что скажешь? Я убил вожака стаи шакалов. Хорошо. Хоть отдохнем немножко от этих грязных тварей. Не думаю, чтобы шакалы решились еще раз сюда сунуться. Можешь сказать Макасу, что ты мне помог? Так, отлично. Так, и теперь давайте сейчас тогда вернемся назад к Макасу и доложим ему о том, что мы помогли и выполнили задание. Которое, кстати говоря, уже у нас и так считается выполненным, но опыт получим. Так, а давайте еще поговорим с Джакомо. Я разделался с вожаками шакалей и стаи. Ты отличный охотник. Вот, возьми в награду воду и золото. А если тебе нужна еще вода, я охотно заберу свое золото назад. Так, отлично, мы получаем немножко золота, опыта и плюс воду. Замечательно. Теперь давайте вернемся назад в город. Доложим, во-первых, Макасу о том, что мы помогли Кафе. Ну и заодно поищем здесь точильный камень и попробуем заточить вот этот вот классный клинок. И сразу тогда его экипируем. Больше квестов, я думаю, в этом эпизоде делать не буду, потому что время эпизода, в принципе, уже подходит к концу. Остальными мы тогда будем заниматься, наверное, в следующем эпизоде, да, вот так вот. С этими шакалами я тут потерял достаточно много времени. Так, ну что, где у нас тут есть точильный камень-то? Я даже не знаю, наверняка где-нибудь у кузницы. Давайте, сходим тогда туда. О, точильный камень, то, что мне надо. Замечательно, давайте тогда сейчас заточим сразу этот меч. Так, это у нас... Великий меч, да? Все, отлично, урон от клинка 120. Замечательно, ну наконец-то мы хоть какое-то оружие из этого кованого сундука сможем экипировать. Уже радует. Так, полуторный меч, прощай, ты мне служил долгую и верную службу. Так, берем теперь вот этот вот меч. Так, значит, мы достаем длинный клинок и это, да, все нормально сделалось, да? Да, все отлично. Так, ну и давайте поговорим с Макасом. Где он находится-то? А вот он. Я помог Кафе. Очень хорошо. Теперь мне не придется так торопиться назад. Я скажу Гросалу, что ты выдержал мое испытание. Так, и получаем еще 250 опыта. Ну что ж, вот, в принципе, все, что мы сделали в этом эпизоде. Ну, а в следующем эпизоде мы давайте тогда отправимся охотиться на львов, разберемся с Заркасом и заодно вернем драгоценный кубок. В принципе, вот такие вот планы у меня на следующий эпизод. И, кстати говоря, еще после того, как мы получаем задание от Гросала, мы сможем вернуться назад к Зубину и получить от Зубина свое испытание. Давайте сейчас тогда к нему сбегаем и получим это испытание. Хотя бы узнаем, в чем суть данного испытания. Выполнять его будем тоже чуть-чуть попозже.
Я хочу пройти испытание. Конечно, ты хочешь. Ладно, тогда слушай. Поезжай в Бакареш. Тамошние маги задолжали мне дань. Ты должен принести ее. Так, ну вот и все. Нам нужно будет отправиться в Бакареш и навестить там трех магов и забрать дань. В принципе, тоже достаточно простое задание. И выполнением будем заниматься, думаю, может быть, в следующем эпизоде, при условии, если мы, конечно, успеем выполнить вот эти вот все, которые я тут уже перечислил. Ну ладно, я тогда буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, если вы, конечно, не сделали это раньше и не хотите пропускать различные новые интересные видео. А с вами все это время был я, Portal 658. До встречи в следующем эпизоде.